Всем привет, я Наталья, сибирская хохлушка. Раньше я была влюбленная в жизнь, мне назывался канал, я и сейчас влюбленная в жизнь. Ну вот решила обозначить себя так, ну потому что я с Украины, живу в Сибири, и возможно так больше будет вам заходить и будет бросаться в глаза это название, и больше у меня будет зрителей и подписчиков. Сейчас я нахожусь на своих 1,5 сотках, пришла с утра. Получаю огромное наслаждение. Единственное, есть небольшое такое чувство вины, что я, ну, не уделила, может быть, внимания детям, семье, еще много каких-то дел. Знаете, вообще не хватает времени. Вот если бы, я не знаю, мне кажется, жизнь, время так быстро идет, и очень жалко. Я бы хотела, чтобы я жила вечно. Вечно, молодой, здоровой. И мне кажется, у меня иногда дети спрашивают: мама, ну а что, разве интересно жить долго? Это же уже все узнал, неинтересно, в общем. Я говорю: нет, мне кажется, мне было бы интересно. Ну, вот я пришла сегодня в 9 утра на огород, на свой участок, и нашла чем заняться. И еще я бы нашла чем заняться, но уже, наверное, 2 часа, и мне нужно идти домой. Я хочу показать урожай. Вчера у меня был урожай кабачков, огурцы, помидоры уже были. Сейчас я вот собрала еще редиска, у меня есть. И я думаю, что в планах нужно перекопать у меня там клубнику и посеять еще редиску. Так, наконец-то я дождалась урожая клубники. И вот уже почти месяц я собираю клубнику, и мы едим удовольствие свое, потому что, ну, ягоды покупать очень дорого в Сибири. И вот у меня клубничка. Я слышу запах. Кто, может, смотрит меня, знает, что я теряла запах. В общем, мы болели. Даже не было непонятно, что мы заболели этой вот болезнью. Потому что как-то я сначала просто заболела. В отпуске была, представляете? Пошла в отпуск, и мне показалось, что я продула меня вентилятором. А потом, ну это сначала муж, я, потом старший сын. Я ушла с отпуска, и старший сын заболел. И пока я работала, 3 дня он болел, но пил, как обычно, там какие-то таблетки. А потом оказалось, что у него пропал запах. А потом пропал запах у меня, потом пропал запах у младшего сына. Теперь муж пришел с вахты. А как говорится, планы не успели. Были такие планы у нас делать ремонт. А сейчас муж болеет и потерял тоже запах. Ну, я надеюсь, конечно, что мы, ну, без последствий каких-то, все возвращается. Пахнет клубника. Вчера зашла в мясной магазин, и там пахло колбаса, чесноком пахло. Вот что такое жизнь, знаете, почувствуй разницу, когда ты не чувствуешь этих запахов абсолютно, ни плохих, ни хороших. Ты много чего теряешь, а вот сейчас запахи вернулись. Так, клубнику я показала. Сейчас я покажу. И вот это я посадила. Кто не знает, огороды я взяла в прошлом году. Вот. Вот у меня стаканчик крыжовника. Дальше. Видите, какую бурную деятельность развела. И все. А тут огород был пустой, ничего не было. Это малина. Малина. Ягодка малинка. Вкусная. Ну и смотрите, какой урожай вишни. Ну как, надо песню спеть. Ой, пидви. Так. Ой, під вишнею, під черешнею, сидить старий з молодою, як із яйткою. Ну, вот вишенки, это вот такие карликовые вишни, наверное, кустики маленькие, отличаются от украинской вишни. Вишня — это дерево такое большое, но собирать вишню на дереве тоже как бы свои сложности, особенно если дерево большое, нужно лазить там, по ветке эти доставать, наклонять. А это, ну, вкусно созрело. Так что я с урожаем. Что хочу сказать?
Что хочу сказать? Мечтайте, никогда не останавливайтесь, ставьте перед собой цели. Даже если весь мир против вас, все равно добивайтесь своего. Очень я хотела огород, и когда я уехала с Украины, у меня там была дача, и я уже там рассадила клубнику, 4 сорта клубники у меня было. И уже был урожай, в планах было расширяться, расширяться. Но прошла война, и мы уехали в Сибирь. Но вы знаете, когда мы приехали, вот самые первые дни муж мне говорил: да, Наташа, да все у нас будет, да ты знаешь, какая там земля в Сибири, какие там урожаи, будет у тебя, будет у нас свой дом, будет огород. Ну, так вот он меня успокаивал. Но свой дом мы передумали. У нас квартира, мы взяли ипотеку, в общем, трехкомнатную квартиру. А я же все мечтала, мечтала, я думала, как это может получиться, откуда возьмется у меня огород. Дачу тоже купить как-то дороговато, какие-то другие есть цели и планы. И тут мне повезло, и я вот какое-то огородное общество, я в него вступила, 1200 платишь за сезон, за воду, ну, за обслуживание. И, в общем, я здесь сажу. В прошлом году проводила эксперименты, засадила огород всевозможными растениями, культурами. Ну, в этом году я сделала выводы, что нужно садить то, что вот конкретно мы едим и хочется, и что дорого. Поэтому в этом году не садила капусту, фасоль. Не пошла она у нас. Капусту можно купить всегда. Засадила пол огорода клубникой. И на этом я остановилась. От жадности взяла еще соседний огород. Участок тоже 1,5 сотки. Но там я взяла его так, чтобы на следующий год, может быть, и там сетираты засевала. И, в общем, нужно теперь перекапывать. Нет времени. Но я все равно не сдаюсь. Еще хочу сказать очень важное. Если вы запланировали что-то, и у вас мучат сомнения, что вы не справитесь, да какая разница, надо просто начинать. Вот начинать и делать, не смотреть на то, что скажут люди, то есть не обращать внимания на людей в этом плане. Вот есть у меня урожай, какой вот Бог дал мне, и я рада этому урожаю. Вот принесла я вчера огурцы, помидоры, мы наделали салата, наелись, это вкусно, между прочим. Ну, конечно, естественно, это вкуснее, чем то, что мы покупаем в магазине. Да, хотелось бы, вот мне нужно пойти купить топор, чтобы мои вот эти вот кусты подвязать, в общем, колышков наделать. В общем, еще раз повторю, даже и пусть весь мир против. Никто меня в моей семье не поддерживал. Мама мне говорила, что не нужно тратить свои силы и здоровье, никто тебе помогать не будет. Мужики мои точно 100% сразу сказали, что они помогать мне не будут на огороде. Все это, ну, в общем, можно купить. Ну и что теперь мне сдаваться? Нет, я не сдаюсь. Врагу не сдается наш город. И Варя, папка так пел мою песню такую. Так, что же еще хочу сказать? Ну да, и вот о начинаниях каких-то своих. Вот и YouTube тоже. Весь мир был против меня, я имею в виду весь мир, это моя семья. Но я понемножку как бы втягивалась, там читала, изучала, записывалась, стеснялась, боялась, тряслась. Тоже обращать внимание на людей, что скажут люди. Но знаете, надо обращать внимание на людей, на людей, с кого можно взять какой-то пример. А не обращать внимание на людей, кто что тебя там будет критиковать и говорить. Вот хуже ты кого-то, лучше. Ты такой, какой ты есть. Ты неповторимый человек. Поэтому начинайте. Все, что вот вам хочется, какие-то там желания. Кто-то что-то хочет построить, кто-то куда-то хочет переехать. Жизнь такая короткая. Нужно делать, чтобы потом не жалеть. Это придает, в общем, дает какой-то смысл в жизни. Вот. Поэтому я решилась, переименовала все-таки в сибирскую хохлушку.
посмотрела там оптимизацию видео, как это делать, буду там, буду стараться, несмотря на то, что времени нет и так далее. Хочу все-таки, уже я созрела к тому, что да, я хочу продвижение, я хочу, чтобы мне это приносило прибыль. Знаете, сколько я получаю ежемесячно денег, смеются дети, это $10. Ну, если $10, ну сколько, это 700 рублей, это месяц 700 рублей, и если так разделить на 30 дней, это сколько, 25 рублей в день. А я хочу больше. Мне хочется, знаете, почему больше? Мне хочется больше свободы. Вот, знаете, заниматься любимым делом. Пошел куда хотел, что хотел, делал. Все это снял, показал, смонтировал. Ну, постарался, чтобы это было интересно. А так получается, занята еще работой. Полжизни я провожу на работе. Вот это сейчас хоть часы сократили немного, на час меньше нужно ходить на работу. А то еще я сама брала подработки. Я могла 240 часов отработать в месяц. Вот, сейчас там до 200. Конечно, силы уже не те. Но, да и лето короткое, знаете. Как, лето же в Сибири, оно короткое. Дни, конечно, у нас, как хорошо, что у нас дни, световой день длинный. Вот вчера была уже почти 11 часов, я еще на огороде, уже муж звонит, и уже приходи. Я говорю, скоро приду. Ну, а потом я прихожу домой, и мы начинаем обсуждать разные всевозможные темы, спорить, ругаться. Ну, в общем, у нас какие-то разные взгляды на жизнь с мужем. Ну, не на жизнь, а на ситуацию, обстановку в мире. Я думаю, мне нужно покритиковать, наверное, жизнь в России. Я человек, который видит сначала хорошее что-нибудь. Я стараюсь видеть хорошее. И, ну, я не хочу сказать, что я в розовых очках. Я вижу недостатки, вижу тех, что мне не нравится. И, наверное, мне нужно рассказать, что мне не нравится в России, чтобы рискнуть. Не знаю, я знаю, что вы, мои постоянные зрители, вы меня поймете, к чему это все это буду рассказывать. Ну, а те, кто случайно зайдет на мой канал, уже будет разбираться, нужно меня будет смотреть или нет. Будет писать свои комментарии, конечно. Да, и вы тоже будете писать свои комментарии. И мне нужно еще сделать видео конкретно о моих подписчиках. Вот. Хочу по именам всех вас назвать. Чего? И я жду от вас каких комментариев. Да, я все комментарии, мне все нравится. И где-то пропали некоторые мои подписчики, не заходят. В общем, надо мне вас всех назвать по именам. Ну, в общем, на этом я заканчиваю свое видео. Ну что, покажу. Ой, чуть не наступила. Ой, налила на себя воду со шланга. Полные галоши, у меня воды хлюпают. Чавкают. Так, ну что тут? Сибирские помидоры. И вот у меня сейчас солнце там светит, не видно. Есть там у нас сибирские помидоры зелененькие. Сейчас я их немного обрывала тут. Давайте переключу, покажу так издалека мой огород. Кто первый раз у меня на канале. Ну вот. Посмотрите, вот это вот мое богатство. Вот. Вот моя картошка растет, укрытая сеном, соломой. Хорошо выглядит, мне очень нравится. Кусты такие мощные. И по много, видите, по много стволов. Вот. А это говорит о том, что должно быть много картошки. Вот. Вот сибирские помидорки какие хочу посоветовать. Помидоры Верочка. Ой.
Верочка, вот они растут ранние, на всех есть. Так, вот моя клубника. Вот чеснок. Наталья высылала мне чеснок. Что нужно делать? Это маленькие детки там, да? Нужно собирать их. Вот еще грядки с помидорами. Вот малина я посадила. В прошлом году малину. Вот еще. Ой. Так что старайтесь, не отчаивайтесь. Где-то что-то не так удачно получается. Ну ничего. Где-то бурьян пусть растет. Вот георгинка будет цвести. Приятно же будет. Вот я скосила сидираты. Это новый участок. Ой. Пахнет. Нужно, наверное, попробовать морским свинкам принести домой сейчас. Пусть они попробуют. Вот они есть, такое сено. Ну вот, еще картошка. Вот свекла растет. А, горох, горох. Нужно собрать. Чернобрывцы вот у нас расцветут. Он еще не созрел. Ну, один можно съесть. Ну, что еще хочу сказать? Ну, еще раз повторюсь, если вам нравится за мной наблюдать, смотреть за моими успехами, чем я занимаюсь, ставьте лайки, пишите комментарии. Но самое главное, лайки ставить нужно во время просмотра видео. Тогда видео набирает там по алгоритмам YouTube больше, ну, каких-то рекомендаций, в рекомендованные больше попадает. Поэтому не жалейте, не жалейте этих лайков, нажимайте, пишите комментарии, и будем дальше двигаться. Все, всем пока.